Друзья, мы с вами перенеслись в Мехико, в столицу Мексики. Здесь, в этом зале, сейчас будет, на мой взгляд, самое главное событие нашей сегодняшней трансляции. Хотя бой не за звание чемпиона мира, это всего лишь бой за временного чемпиона WBO весовой категории до 63,5 килограммов. Название претендента, другими словами. Ну да, название претендента за бой, на бой с за звание чемпиона мира. Сергей Федченко, Украина, на ваших экранах. 31 год этому боксеру, дважды владел и, собственно, владеет до сих пор титулом чемпиона WBO Европы. Ну и его соперник Хуан Мануэль Маркес. Что говорить об этом боксере, господа? Это легенда современного бокса. Это один из сильнейших вообще боксеров, действующих на данный момент в мире. Не побоюсь этого слова, хотя звание чемпиона он уступил. 5 раз он владел чемпионскими титулами в разных весовых категориях. И по версии WBA, и WBO, и WBC. Он был и в легком весе, и в полулегком весе. И сейчас вот выступает в первом полусреднем. Боксер, который на равных выступал, провел 3 боя с Мэнни Пакьяо. Все эти 3 боя прекрасно запомнились любителям спорта во всем мире. Боксер, который, в общем-то, на равных провел эти бои. Первый закончил ничью, в 2 проиграл. Причем последний бой состоялся вот совсем недавно, 12 ноября прошлого года. И раздельным решением судей тогда победу отдали все-таки Мэнни Пакьяо. Но мне кажется, тогда больше все-таки на судей подействовал авторитет, что ли, филиппинца, потому что бой был абсолютно равным. Один судья дал ничью, двое других с небольшим преимуществом отдали все-таки победу Мэнни Пакьяо. Но, вы знаете, в 38 лет Хуан Мануэль Маркес по-прежнему хорош, по-прежнему находится в великолепной форме. И думаю, что Сергей Федченко, который приехал на родину, а именно в Мехико родился Хуан Мануэль Маркес, хотя сейчас постоянно проживает все-таки в Америке, в Анахайме, в Калифорнии, но это его родной город. Здесь его любят, здесь его обожают, я бы сказал. И то, что Сергей Федченко приехал в гости к столь грозному сопернику. Ну что ж, наверное, надо было воспользоваться шансом, потому что такой шанс тоже раз в жизни выпадает, я считаю. Знаете, тут даже не воспользоваться. Здесь, пожалуй, правильная работа команды Сергея Федченко. И что вот они сумели вывести его на такой бой. Как конечно. Раз Александр Карасюк сейчас выйдет с ним в ринг. Это его менеджер. И это правильная работа менеджера-промоутера, на самом деле. И что сказать про Сергея? Я знаком с ним, видел его бои неоднократно. Скажем, это очень стабильный боксер. Я назову его так. Ну, скажем, для уровня европейского, да, боксер очень хороший. Его очень сложно победить, ну, практически нереально. Все бои у него, ну, очень много боев, вернее, проходит до конца. И вот он как бы цепляется за, находит какую-то тактику и не отпускает ее до конца, до самого конца поединка. Но здесь совершенно другой уровень, и мы реально понимаем, с кем он выходит в ринг. Тем больше интерес к этому будет. Вы видите огромную арену Мехико-Сити. Заполнена она до предела. Еще раз скажу, любимец публики.
Хуан Мануэль Маркес, который родился в этом городе, который высоко и давно несет, в общем-то, знамя мексиканского профессионального бокса, собрал эту аудиторию. Все пришли, конечно, посмотреть на триумф своего любимца. Но должен сказать, что Сергей Федченко, получив шанс, не отдаст просто так этот бой. Хотя, конечно, большинство специалистов все-таки отдают безоговорочную победу, преимущество его сопернику. Сейчас будет красочное вступление, как всегда, наверное, на ринге. Я уже вижу мариачис, будет много музыки, гимны. Все будет красиво, замечательно, и бой должен быть не менее интересным. Ну, для Сергея Федченко главное все-таки избежать таких жестких атак соперника, его агрессии. Если он сможет как-то завязать бой в свое русло, то бой, по крайней мере, в худшем случае он может боксировать в ничью. Вот, конечно же, ну, так как это было бы идеально для него. Вот. Ну, а Маркес, он, естественно, пойдет вперед, но он вся дома. Это так. Очень... Звучит музыка мариачис, мексиканские мелодии. Почему-то первым в ринг поднимается Хуан Мануэль Маркес. Значит, он будет в синем углу. Фаворитом считается соперник. Интересно. Еще раз скажу, Потому что последнее поражение Маркеса от Пакьяо, ну, хоть и от Пакьяо, но последнее поражение. А у Федченко это были одни победы. Да, бой за временного чемпиона, еще раз скажу, полулегкого в первом полусреднем весе, по версии Всемирной боксерской организации. Да, немножко я до сих пор путаюсь. Я когда читаю на английском языке интерим, WBO и так далее, я понимаю, есть, что, вакант, есть, интерим, что это бой на звание, на претендента, звание чемпиона мира. Неважно, какое звание сейчас, какой титул в этом бою, я предвкушаю очень интересный поединок. Мы с вами в Мексике, друзья. Сейчас будем смотреть очень интересный бой. Первый полусредний вес. Версия WBO. Всемирная боксерская организация. Хозяин ринга. Хуан Мануэль Маркес. Великолепный, известнейший, титулованнейший 38-летний боксер. Его соперник Сергей Федченко из Украины, из Харькова. 31 год сопернику Маркеса. Конечно, титулов гораздо меньше. И титулы, в общем-то, не те. Напомню, Маркес 5 раз был чемпионом мира по разным версиям в трех весовых категориях. У Федченко пока лишь титул WBO чемпиона Европы, который он завоевал и один раз защитил. Джимми Леннон приехал анонсировать этот бой. Он будет здесь в ринге. Второй человек в мире бокса в этой специальности. И полный зал, огромнейший зал в Мехико-Сити. Каково, наверное, сейчас Сергею Федченко, да, не растеряться под этим напором, под этим, в таком зале, в такой ситуации, в такой атмосфере. Ну, по крайней мере, выглядит он уверенно. А мне, знаете, что приятно, то, что в его команде, в качестве кэтмена, есть россиянин, это Дима Лучников, который выезжает с разными боксерами по советскому пространству в любую точку мира. Значит, очень здорово его ценят. Хороший как специалиста. Бенжи Эстевес будет судить этот бой в ринге. Джимлинен объявляет, что это за бой, какие официальные лица, какие титулы. Какой огромный зал, посмотрите-ка. Мехико, самый огромный город.
Да, вот так вы неожиданно или постепенно перенеслись из Америки в Мексику, и ощущается, конечно, разница. Я вот, рассказывая о Маркесе, вспомнил три его поединка с Пакьяо, последний, который был совсем недавно. Поединки, которые запомнились всем, в которых Маркес не уступил практически ни в одном. Ну и все вы, конечно, помните еще другие его бои с Марко Антонио Баррерой. Великолепные поединки. Ну и, конечно, поражение от Мэнни Пакьяо, которое было в 2008 году. Вот тогда Маркес проиграл, в общем-то, по всем статьям. У всех трех судей и довольно с большим разрывом. И вот если возвращаться к этому заочному пока спору между Мэйвезером и Пакьяо, ну что ж, если вот так, да, на оселке, на примере Маркеса, тогда можно отдать предпочтение, что ли, американцу Мэйвезеру. Ну, на одном примере. Хотя все это настолько относительно, да, этого боя между Пакьяо и Мэйвезером всем ждут. Наверняка в этом году его не будет, и вообще будет ли когда. Это уже стало просто каким-то шоу отдельным в мире бокса. Ну, пока об этом бою столько говорят, немножко поднадоели. Давайте будем наслаждаться все-таки боем, да, Сергея Хитченко, нам сейчас предстоит подсмотреть, Хуаном Маркесом. 60 боев на профессиональном ринге в 38 лет провел Хуан Мануэль Маркес. 53 победы, 39 нокаутом, 6 поражений, одна ничья. Ни разу не был в нокауте, ни разу не проиграл досрочно. У Сергея Федченко цифры такие. 31 бой, 30 побед, одно поражение, 13 побед досрочно. Как долго перечисляли. Ну, представляете, все его бывшие титулы, все его победы. Я уже сказал, в трех весовых категориях, 5 раз чемпион мира. Оба соперника точно уложились в весовую категорию. По 63,5 килограмма показали весы под тем и под другим. До 2 сантиметра мексиканец выше украинского боксера. Вот вы, собственно, видите все это, о чем я вам рассказал. И бой сейчас мы посмотрим. 12 раундов. Затратят ли боксеры весь положенный лимит? Посмотрим. Во всяком случае, я предвкушаю, и вы, Андрей, я думаю, тоже. Так же, как все наши телезрители, очень интересные события. Конечно. Ну, а вот ключи к победе. Джеб, джеб, джеб. Этого будет еще мало для победы. Ну да, защита, джеб. Ну, а здесь постоянный напор, прессинг, давление, левый хук. По корпусу и прочее. Ну, этих ключиков к победе вот у этого боксера столько против любого соперника. Очень техничный. Пожалуй, самый техничный из всех мексиканских боксеров. И один из техничнейших боксеров современности. Давайте смотреть. Сергея Федченко можно назвать своим. Но знаете, я болею здесь только за красоту бокса. Какая поддержка с первых секунд, посмотрите. Очень непросто в этой атмосфере будет украинцев. Намного мощнее выглядит мексиканец. Немного некомфортно я вижу Маркесу. Он немножко не привычный, что ли, стиль Федченко для него. Федченко великолепно умеет защищаться. Это, пожалуй, один из главных его козырей. Многие специалисты предрекают победу мексиканцу где-то в 6-7 раунде.
украинец умеет долго держаться. Он защита на самом высоком уровне. Он умеет противостоять сильнейшим соперникам. Хотя, конечно, таких соперников такого класса уровня, как Маркес, у него не было. Звание чемпиона в 2010 году, чемпиона Европы по версии WBO, он завоевал в бою против Демаркуса Корли, бывшего чемпиона мира, который в последнее время проигрывает уже не только Федченко, но, вы знаете, и российским боксерам. Многим он проигрывал последний бой. Вы прекрасно помните, в котором он уступил Руслану Проводникову. Поэтому о реальном потенциале вот именно в этом бою Сергея Федченко сейчас судить довольно сложно. Посмотрим. Пока последняя минута первого раунда, ничего особенного не произошло. Не спешат. Ну, Федченко спешит некуда. Ну и Маркес, хотя и выглядит активнее, показывает эту свою активность, но пока еще ничего особенного тоже не сделал. Ну, на самом деле, Сергей Федченко практически, точнее, выезжал всего лишь дважды за пределы Украины. И сразу в такую атмосферу, да? Ну, вот этот третий раз в такую атмосферу, да. Нет, конечно, такого большого опыта выступления за рубежом. Мощная атака Маркеса сейчас, двух рук подряд, боковые удары. Советует секундант, тренер своему подопечному. Ну, наверное, успокоится, ничего страшного. Делать все, что он умеет. Обычные слова после первого раунда. А вы слышали, в перерыве в зале играла музыка. Я думал, что это только у нас в Москве происходит. Оказывается, нет, в Мексике тоже. Перерывы могут быть музыкальными. Да, и спешат не тот, и другой. Знаете, какой-то медленный, мне кажется, Хуан Мануэль Маркес. Не похож он на себя. Не разошелся еще пока. Вот эти сдвоенные удары, конечно, бывают очень опасны. Может быть, просто Федченко быстрее его, и на фоне Федченко Маркес кажется медленнее. Неплохой левый боковой провел Сергей. Опустил руки, приглашает к атаке. Посмотрите, финтит. Пытается разозлить именитого соперника. Ну что ж, все правильно. Только заигрываться не стоит. Всему надо знать меру. И почему Федченко не работает джебом? У него длинные руки. И мне кажется, протяни просто руку до соперника, и ты достанешь головы. Если сделать это быстро, то можно... Ну, один раз он попытался, и почти получилось. Вот видите, он так протягивает и не бьет. Ну, я понимаю, то, что он опасается, даже боится такого именитого соперника и такого уровня, на котором он не был никогда, такого огромного зала, да еще на другом континенте, да еще в самом большом городе в мире, но тут, тем не менее, бой уже начался, и нужно делать то, чему тебя учили долго-долго. Это, наверное, это самый большой
самое большое событие именно боксерское в жизни Сергея? Безусловно, конечно. Такого еще не было. И надо по максимуму использовать вот этот шанс, который ему выпал. Маркес не спешит. Он присматривается, Он не успевает. Он уступает скорости Тиченко. Пока Маркес не начнет боксировать в большом темпе и жестко, бой так и будет проходить. Мне кажется, это вообще раунд. Этот раунд можно отдать Сергею. И тот и другой были, в общем-то, удачливы в своих атаках. Демчика, Виктор Демчика, который тренирует Сергея, подсказал ему, чтобы тот был повнимательнее, не застаивался. Да, но вообще интерес к этому бою, конечно же, очень высокий. Я опять, еще раз говорю, удивляюсь менеджеру Сергея. Все-таки сложно добиться выйти в ринг с одним из, наверное, самых популярных сейчас, с одним из самых популярных боксеров в мире. И причем первые два раунда... практически были равны. Я даже, наверное, второй. Да, украинец, в общем-то, не выглядел ни растерянным, ни стушевавшимся каким-то. Нет, делает все, как он умеет, как он обычно всегда ведет себя в ринге. Производит именно те действия, которые ему приносили до этого успех. Ну, Маркес не успевает. Вообще, такое чувство, что у него лишний вес. Как-то немножко по-другому, более рыхло он выглядит. Ну что, за сутки набрал так много килограммов? Да кто его знает. Понятно, что на взвешивание боксеры должны быть... Ну, они уложились точно на взвешивание, не только другой, точно в лимит. Возможно, маленько расслабился касаемо пищи и воды. Ну, может, специально он так делал? Вот видите, как Сергей уже... Он понял, что он быстрее Маркеса. И так вот немного... Небольшой кураж поймал, немного рано он еще пытается показать чего-то. Надо боксировать и побеждать. Если даже судьи отдали победу во втором раунде или в этом Фечника, то ну, не с думаю. Очень минимальным преимуществом. А ведь он может боксировать лучше, посмотрите. Он практически ничего не делает, только Маркес начинает наращивать все-таки вот свои атаки, посмотрите, все-таки. Будет бить сильнее, мне кажется, вот сейчас, если нащупает вот все-таки вот эту, вот ту дистанцию, с которой он будет. Ведь он может бить справа-слева, вот подряд, или сдваивать удары, это все очень опасно. Не дай бог, если попадет, тогда Фетченко, конечно, будет не сладко.
Agua arriba no va. Sí, pero es que no le has golpeado con la solidez que debe ser al cuerpo. Asienta los madrazos y ahí se va a ir a chingar a tomar. La doble sí, después doble ya, pero primero engáñalo. Inteligente. Продолжается бой в столице Мексики. Сергей Федченко, Украина, против Хуана Мануэля Маркеса. Бой за звание временного чемпиона по версии WBO. Весовой категории до 63,5 килограммов. Это сейчас посмотрел дебют того и другого боксера, уточнил для себя. В 93 году вышел на профессиональный ринг Маркес. 19 лет назад. Какой же долгий путь. На 10 лет позже. Почти. Нет, ну на 9,5, что ли, если быть абсолютно точным. Поднялся на профессиональный ринг Сергей Федченко. Тоже ведь не молодой человек, 31 год. Но тем не менее, можно сказать, что боксеры разных поколений. Ну не может подобрать ключики никак мексиканец к украинцу. Это тебе не Пакьяо. Вот попал сейчас правой прямой Сергей. Меня приятно удивляет вот такая вот манера. Единственное, конечно, может быть более активным, но, вероятно, остерегается Сергей или еще не время. Есть определенный план на бой. Защита его козырь. И вот защищаясь, он пытается малейшую возможность для удара использовать, но при этом главное не пропустить самому. Но все-таки без нанесения удара не будет и победы. Но иногда он все-таки попадает, хотя Маркес, конечно, активнее. Посмотрите, если он будет наращивать вот сам темп боя, плотность боя поднимать, то, конечно, Федченко будет труднее и труднее. Маркес все-таки медленнее. Причем намного медленнее. И Федченко контролирует сейчас этот бой. Ну, если он никакой бой если, контролирует, он видит атаки соперника. Если он не выигрывает, то, по крайней мере, не проигрывает. Вот эти вот еще не полно 4 раунда. 1/3 поединка. Ну, так вот, на мой взгляд, Маркес должен у себя дома боксировать более ярко. Ведь никто не знает этого Федченко. И трансляция идет на весь мир, я уверен. Потому что все хотят посмотреть знаменитого Маркеса. А Федченко, смотрите, осмелел, финтил. Да. И все ждут чего-то быстрого. Вот пропускает сейчас удар по корпусу Сергея. Очень неприятный удар. Пытается развить эту атаку мексиканец. Снова попадает. Нет, нет, нельзя заигрываться. Вот он опустил руки, начал танцевать. Ни к чему это делать. Абсолютно ни к чему. Ну что же, концовку нужно провести более весело и тому и другому. Вот будь я судьей, я бы просто не знал, кому отдать победу. Я бы так бы и нажимал и красную, и синюю кнопочку одновременно. Давайте посмотрим замедленные фрагменты минувшего раунда. Удар в корпус со стороны Маркеса. Следующий эпизод. Неплохо отвечает Федченко. Посмотрите, какой четкий удар. Постоянно пропускает последний удар Маркес. И не сильный, но очень точный.
Знаете, не решается все-таки мексиканец пойти вперед, ва-банк, потому что то ли не в идеальной форме, то ли чувствует, что соперник знает его или чувствует дистанцию лучше, чем он. Как-то не может решиться, ведь у себя дома он должен выигрывать более ярче, это раз, и, во-вторых, судьи нейтральные, и куда они считают, до сих пор никто не знает, и он сам. Поэтому, если он хочет стать временным чемпионом... Ну, а между тем, пятый раунд идет. Многие предрекали, как я уже говорил, в шестом-седьмом раунде досрочную победу мексиканцу. Но пока это так не выглядит. Хотя вот сейчас серия ударов была довольно впечатляющая. Один был весьма неприятным. Еще, конечно, хочется сказать, что все-таки легкий вес и полулегкий вес, все-таки это были те весовые категории, где Маркес был, конечно, намного лучше. Вот перейдя с возрастом, перейдя в первый полусредний, здесь ему становится все труднее и труднее. Как приветствуют каждое попадание мексиканцев, которые пришли поболеть, понятно, за своего боксера, за свою легенду, за своего кумира. Но пока кумир не выглядит кумиром. Вот этот раунд, он как-то начал выравнивать ситуацию, до этого он просто не побеждал. Ну, если не выравнивать, то забирать ее к себе, прибирать, ну, да, к рукам. Ну, а Сергей слишком остерегается. Ничего такого нету сверхъестественного в этом Маркесе. Я понимаю, что не тот временной пояс, не та атмосфера, не тот климат. Там, наверное, очень жарко сейчас. Ну, не в своей тарелке, как говорится, но вот по движениям Фетченко я вижу, что он может боксировать лучше. Главное решиться на это. Вот, сейчас пошли в обмен, и Маркес попал. Да, похоже, да, он снова попадает и снизу, и прямым. Концовка была за мексиканцем, безусловно. Давайте посмотрим, что было вот в этом последнем раунде. Вот так откровенно боксеры пошли в обмен. И в конце вот удачные атаки Маркеса. Вот по корпусу справа и той же правой снизу. Вот здесь двойные удары, у него очень опасные. Боковой прямой, либо по корпусу в голову. Да, и показали нам, а возможно, в Мексике даже и нету независимых судей. Интересно было бы увидеть счет хотя бы независимых судей по этим раундам. Если бы это был бой по версии WBC, то через каждые 4 раунда выдали бы счет. Причем официально. Судейский записок, да. Многие говорили, что именно в этом теряется интрига, но сейчас я с удовольствием послушал, кто же впереди. Ну, вот сейчас Маркес попал довольно внушительно. Пошатнул украинского боксера. Зрители это сразу оценили. Но уже такого оглушительного крика и поддержки в зале мы не слышим.
внимательно смотрят все за ходом поединка, увлекает их бой. Хочется не просто кричать и гнать вперед своего соперника, но что-то увидеть. Пауза. И в нашем комментарии и боксеры взяли такую небольшую паузу в этом эпизоде. Маркес пошел вперед. Тут же блокировал эту атаку клинчем соперник. Ну, скорее всего, Маркесу просто неудобно, потому как он не знаком с такой манерой боксировать. Именно с советской манерой. Очень осторожный, очень рациональный предельный. Рациональный и все строится на быстроте и чувстве дистанции. Ну и хорошей защите, естественно. В первую очередь. Но не носили удара. Ну, тренеры Маркеса как раз на это и обращали внимание. Они неплохо изучили Федченко, посмотрели его бои, посмотрели записи. И как раз на это и обратили внимание, что у него хорошая защита, он не бьющий. И вот здесь как раз и будет преимущество мексиканского боксера, как они предполагали. То есть не опасный боксер. Не опасный, да, совершенно верно. Очередной раунд закончился. Мы смотрим, что происходит в углу у Сергея. А это замедленные повторы. Вот атака мексиканского боксера. Вы видели, да, тот удар, который, в общем-то, потряс в какой-то мере Сергея. Повтор в другой точке был. Я жду того момента, когда все-таки темп боя начнет поднимать Маркес, потому что это ему сделать, на мой взгляд, просто необходимо будет. Потому что вот при этом в таком среднем темпе Сергей хорошо ориентируется. Знаете, половина поединка позади, наверное, вот так вот, будь я судьей, я бы посчитал бы 3-3 по раунду. Нет, ну давайте не будем заниматься не своим делом. Конечно, не будем, но бой-то равный. Смотрите, совершенно равный поединок. Возможно, пятый, шестой Маркес победил, а до этого было непонятно. Ну, самое интересное впереди, это, естественно, самое сложное для боксеров. И ну, кто, по крайней мере, Федченко боксирует на пределе, хотя может наносить ударов больше и боксировать лучше. Ну а Маркес еще не раскрылся. Он как-то вот что-то выжидает. И такое чувство, как будто вот он тоже не хочет рисковать. Руки короткие у него. Он тоже не хочет рисковать, хочет действовать наверняка. И вот в предыдущем раунде мы видели, когда он почти достал соперника сильным ударом, даже потряс его слегка. Я думаю, что такие эпизоды будут еще. Вот он начинает поднимать плотность боя, мы видим. Нет, конечно, я бы не отдал 3 раунда из 6 предыдущих Сергею, хотя желаю ему всячески успеха. Все-таки активнее и поинтереснее был Маркес. Попал сейчас Федченко правый прямой такой встречный, причем откинулась голова у Маркеса. Ну, конечно же, с точки зрения как вот истинного боксера, вот чеканец выглядит лучше. У него более поставленные удары, и он нацелен на мощный удар.
Он панчер. Он атакует. Все время. Опять надеется, конечно, на реакцию, на чувство дистанции. Фетченко вот опускает руки, кружит. Но это все на грани. Слишком осторожен Сергей, он может делать больше. Он чуть перестал быть вообще активным, он даже очень мало контратакует. Вот такими шальными ударами иногда попадает. Именно шальными. Но да. Можно же делать больше. На этом не победить. Опускает сильно слева Сергей Фетченко под самый гонг этого раунда. Давайте посмотрим, что происходит в углу у Маркеса. Как вы думаете, насколько он свеж еще физически? Улыбается? Нет, все хорошо. У него как будто открылось второе дыхание. Он выглядел в раунде четвертом. А вот мы смотрим прекрасный апперкот в его исполнении. И тут же, посмотрите, да? Правая рука снова в действии. Через локоть достал соперника Маркес. Да нет, конечно, вот мы видели эти фрагменты. Преимущество для мексиканцев становится все больше. Ну, если говорить все-таки о Фетченко как о боксере, скажем так, уровня СНГ или Европы, есть такой человек, точнее, будет такой боксер Сергей Старков, который практически мог замучить любого. Причем хорошее слово. Именно замучить. Весовой категории от 61 до 76 килограмм. Ему было без разницы. Но в него просто было невозможно попасть. У него было очень немного побед. Большей частью поражений. Он провел под 70 поединков. Так вот, Фетченко еще в середине своей карьеры, можно сказать, даже в начале, побеждал Старкова в четвертом раунде. Досрочно. Это говорит уже о том, что боксер умеет. Его уровень тогда, еще будучи молодым, уже был очень высокий. И он получил сейчас огромный опыт, проведя 31 бой. Ну и, вероятно, он может поспорить с Маркесом, что мы наблюдаем сейчас. Но если он хочет победить, а у него еще есть шанс, ему нужно быть более активным. Чтобы быть активным, надо так явно пойти вперед. Ну, хотя бы пойти. Хотя бы наносить просто больше ударов с дистанции. А он все меньше и меньше этого делает. Я так, знаете, думаю, что он принял вот именно в себе какое-то решение. Наверное, отбоксировать, проиграть достойно. Ну, не выиграть, так не выиграть. По ходу боя его можно было бы и поменять, потому что все у него для этого есть. Еще впереди 400 раундов. Довольно быстрые руки, да. Но нет, видимо, знаете, вот того запала в перчатках. Все-таки мало нокаутов было в его карьере. А ведь он встречался с соперниками гораздо ниже класса, чем сейчас. Ну, это естественно. Здесь нет смысла уже просто так вставать и ждать атаки мексиканца. Маркес понял, что перед ним непростой боксер, но именно боксер, который
не агрессивен. Он непростой, но огромной опасности не представляет. Да, точно так. Если делать чего-то больше, то просто можно победить его и победить досрочно. Но если в первых раундах у Маркса не получалось, если он просто не мог понять стиль Федченко, то сейчас ему просто нужно пойти вперед. Ну, посмотрим, что он сделает. Все там фрагменты минувшего раунда. В атаке мексиканец. Не садится сильнее, посмотрите. И что этот перерыв провести стоя на ногах. Показать сопернику, что у него еще много сил. Между тем уже 9-й раунд. И те специалисты, которые привлекали досрочную победу мексиканцу где-то между 5-м и 7-м раундом, уже ошиблись. Ну, здесь хотелось бы помечтать. Уже, ну, на самом деле будет сложно говорить о победе Федченко. А ведь шансов до сих пор еще есть. Если бой немножко поменять в другую сторону, то есть, ну, быть более активным, уже, ну, хватит двигаться и показывать, и опускать руки вниз, то можно выиграть эти вот 4 раунда и, возможно, там 2-3 раунда. Я не вижу, чем он может выиграть эти 4 раунда, Андрей, вот откровенно. Ударами, чем же? Но пока он... Количеством ударов. Он этого не пытался. Он вообще этого не делает. Ну, не делает, потому что это его стиль, Андрей. Но как же он побеждал он до этого? Он защитник. 30 побед все-таки. Ну, с кем он дрался, посмотрите. Это его стиль. Да. Из-за защиты, Переиграть соперника. Вы знаете, в игровых индивидуальных видах спорта, ну, даже вот возьмем настольный теннис, там четко вот это бывает. Кто-то защитник, кто-то нападающий. И очень часто защитник вытягивает, казалось бы, безнадежные мячи. И потом уже соперник либо ошибается, либо одним ударом тот берет очко. Вот такого стиля в боксе Федченко, мне кажется. Ну, знаете, зрители недовольны, конечно же, самим боксом, самой зрелищностью. И недовольны еще своим кумиром, который не может справиться с... неизвестным и приехавшим с другого материка боксером. Ну а Федченко, на мой взгляд, теряет возможность стать супер популярным у себя дома. Не только у себя, во всем мире. Но после этого, вот представьте, если бы он победил, да, а это можно сделать, вот вы живите, бой почти равный. Так вот, если он победил, он мог одним боем стать практически на уровень с Пакьяо. На уровень с Пакьяо, конечно, но да, и тогда, получить известность, и, да, и тогда Пакьяо сказал бы, зачем мне этот Мейвезер, я хочу драться с Федченко. Да, Андрей, вы сегодня... настроены шутить, это у вас получается, но Маркес шутить не собирается, посмотрите. Да, по лицу это он заметно. Наращивает свое преимущество. Федченко становится все труднее. Давай, ножки. Танцуй на ногах, но и получается. Дыши. Вот тот момент, когда в трудной позиции в углу оказался Сергей, но все-таки сумел уйти. Ну, посмотрите, насколько Федченко чувствует хорошую дистанцию, защищается.
если бы еще приложить... Вот каким-то пятым чувством, да? Да, даже, да. Несмотря на соперника. Я вообще думаю, что вся его подготовка была больше сосредоточена на защиту, нежели на атаку или контратаку. То есть это делать он умеет очень хорошо, по крайней мере, отстоять все положенные раунды. 9 раундов уже против такого боксера. Да, 3 с небольшим раунда впереди. Конечно же, более мощный мексиканский боксер. Но не сказать, что более умелый вот по тому уровню бокс, который показывают они оба. И медленнее он еще, как я уже сказал, причем намного. Единственное, он вот все-таки намного мощнее. Да, активнее, Андрей, он больше в атаке. Как будто он пришел с другой весовой категории, по крайней мере, вот если судить по торсу. Ну и мышечная масса, и... Может, даже перебор какой-то, да, я согласен с вами. Все-таки он так мощно раньше не выглядел. Фетченко, кажется, мальчиком рядом с ним. Попадает Маркес слева сейчас подряд 2 раза. Конечно, сложно судить, но, может быть, он и стал таким популярным, естественно, стал таким популярным благодаря вот этим и выигранным титулам, и боями с Пакьяо. Но, возможно, его стиль как раз-то и не подходит для Пакьяо. Да, безусловно, он самый неудобный соперник, это все отмечали. Какие-то нашел он подходы к филиппинцу и пользовался им постоянно. Но все-таки еще раз скажу, что все-таки легкий вес, там он смотрелся лучше. Концовка 10 раунда. И впереди нас ждут... Сейчас навстречу нарвался. Фетченко устоял. Что ты будешь делать? Зрители все вскочили со своих мест. Пропустил подряд несколько очень жестких ударов Сергей. Ну что ж, гонг сейчас должен его спасти в какой-то мере. Да, было бы обидно. На грани Сергей. Проиграть в конце. Концовка этого раунда была проиграна абсолютно. Причем смотрите, как он рухнул на стул. Да, трепка солидная получилась. Давайте посмотрим повтор вот этих фрагментов 10-го раунда, где Маркес был просто здорово смотрелся. Фетченко упустил вот здесь свои нити в защите. Встречный лоб. Очень много и продолжение атаки. Да, вот сейчас в конце 10-го раунда. Как бы Маркес не продолжил атаку. Да он сейчас в 11-12. Я уверен, что он сейчас ринется Фетченко, вперед. Вот Фетченко сейчас морально устал. Он просто уже как бы выдохся. И зрители почувствовали, да, что в этом перелом в бою может возникнуть. Сейчас. Я представляю его переживания до боя. Время подготовки перед самым выходом в ринг. Но сейчас, когда ему все тяжелее и тяжелее, когда все против него, этот многотысячный зал, вся Мексика. И такой соперник, да. Тут, конечно, можно сломаться, и это выдержать может очень сильный человек.
Да, я вижу большую гематому на левом глазу Федченко. Это говорит о том, что он пропустил несколько сильных ударов. Ну, мы их видели. С правой руки. Ну, уперся, встал. Сергей решил показать свой характер и правильно делает. Нельзя раскисать. Ну, в общем-то, не раскисает, он сейчас делает все правильно. Несколько раз для того, он был в конце для того, чтобы закончить бой, провести его на до ногах. Конца, он делает все правильно. Он как бы перестал боксировать по большому счету, так контратакует и удерживает бой на дистанции. Наверное, сейчас это правильно. Он не взял бразды правления где-то свои руки в раунде в шестом-седьмом, начал отпускать ситуацию, а потом уже Маркес разошелся. Да нет, можно было боксировать получше. Просто он как-то побоялся, видно. Или слишком остерегался. Как говорится, не такой уж он и страшный черт, как себя малюет. Вот он это понял по первым раундам, но потом, ну я понимаю, давление человека, вот моральное давление, и это его команда, и тренеры, и все хотят, и только ты один должен это смочь. Ну, во всяком случае, что мы не будем забегать вперед, но практически весь бой простоял, достойно простоял против Динамита Маркеса. Это тоже уже неплохо. Тоже в любом случае его запомнят, Андрей. Конечно. Ну, понятно, что такие боксеры, они не являются яркими такими чемпионами, но они нужны. Вот для нужны для того, чтобы создать конкуренцию, реальную конкуренцию, причем таким идолом, как тот же Маркес. Сережа, последний раунд, соберись. Вы слышите, да, Виктор Демченко говорит, Сережа, последний раунд, соберись, а мы смотрим повторы. Да, вот этот удар по туловищу. Очень неприятный. Ну что ж, последний раунд предстоит нам с вами посмотреть, друзья. Я думаю, что о победителе тут уже все ясно. Остается только один вопрос. Вот в этом раунде сумеет все-таки нокаутировать Маркес Сергея Федченко или Сергей все-таки устоит? Я склоняюсь все-таки ко второму больше. Я тоже. То же самое. Он сделает все, чтобы избежать того, чтобы пропустить сильный удар. Буду больше двигаться, больше работать джебом. Ну, самое главное, это нужно сделать достойно. То есть достойно не проиграть досрочно. Тут уже речи не может быть о победе. Хотя, повторюсь, очередной раз был шанс. На мой взгляд, был. Если даже нам мы услышим счет судейских записок, я думаю, там однозначно не все раунды будут отданы мексиканцу. Посмотрим. Осталось ждать всего половину раунда. Такие размашистые удары стал выбрасывать и кто-то другой. И вот здесь Маркес пошел ва-банк. А чего же он ждал? Вот если бы он так боксировал раньше, вот Сергею приходится теперь хвататься, вязаться и делать все возможное, чтобы уйти с кулака мексиканца. Ну, намахался.
Маркес взял небольшую паузу. Но все-таки 12 раунд. И последняя минута этого боя, этого начинается. Сил потрачено очень много. Не смог развить атаку дальше Маркес. Вот, мы слышим. Да, есть Фетченко, там наши люди. Фетченко, да. Скандирует. Наши люди есть везде. Да. Последние секунды. Мощнейшая атака. И такой. И Сергей пытается ответить. Тут уже не до жиру. Надо показать себя максимально. 20 секунд. Вот сильный джеб пропустил Сергей. Отлетела голова прям. Вот правый снизу. Ну, знаете, вовремя заканчивается этот бой, потому что... Да, еще один раунд, это... я думаю, все. Да. Сергей бы не устоял. Ну что ж, молодец. Вы знаете, Маркес рад, неописуемо. Он победил на глазах у своей публики, на глазах у своих земляков. Выиграл этот бой, безусловно. Ну, а радуется и здесь, в команде украинского боксера тоже, потому что он достойно выглядел. И, вы знаете, да, он защитник. Он главный козырь его в ринге. Это все-таки великолепная защита, умение защищаться, быстрое передвижение, чувство дистанции. Все это он сегодня показал в полной мере. И главное, что выстоял все вот эти 12 раундов против своего соперника. Ведь почти никто не давал этого шанса ему из специалистов до боя. Да. Интересно услышать, какой счет. В прошлом году провел 3 боя Маркес. Ну, последним, как мы уже не раз сказали, проиграл Пакьяо. А до этого в 2 боях победил, причем досрочно, в 9-м и в 1-м раунде. Вот сегодня это ему сделать не удалось. Ну, я бы отдал бы, будь я судьей, 118-12, 117-13, где-то вот так примерно. Осталось недолго ждать, сейчас мы с вами все услышим. Да, отдает должное Маркес своему сопернику. Выложиться пришлось на полную. Но бой, еще раз повторю, бой за титул. Да, я вижу эмоции менеджера Фещенко Красюка Александра. Вот он, мы видим его. С левой стороны. Он не ожидал такого. Нет, верили, конечно, своего боксера. Нет, вся украинская команда. Ну, по большому счету, они поехали заработать денег. Вот так-то, если не кривить душой. Ну, а получилось... Андрей, они получили шанс. Конечно. Они этим шансом попытались воспользоваться. Они приехали в логово зверя, понимаете, впасть ко льву. Не знаю еще, как сказать об этом. На родной ринг к самому Маркесу. Итак. Ну да, все правильно. По счету я согласен. 118-110 примерно такое преимущество и было у Маркеса. Ну
что ж, поздравляем ветерана профессионального бокса, ветерана профессионального ринга с этой победой. Поздравляем и Сергея Федченко с хорошим боем. А на этом будем с вами сегодня прощаться. Для вас работали Андрей Шкаликов, Борис Сребко. Смотрите бокс, держите удар. Все будет замечательно. До встречи.